Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Эквадор-Сенегал. Матч в третьем туре группового этапа, заключительный для этих команд на групповой стадии. И давайте разберем сейчас ситуацию по поводу этих двух команд. Эквадор после второго тура занимает второе место в группе А, можно сказать, делит первое место вместе со сборной Голландии. У них в активе 4 очка, у сборной Сенегала 3. То есть Голландия будет играть против Катара. И понятно уже, что Катар немотивированная команда, потому что уже потеряла все шансы на выход из группы. Голландцы, естественно, выглядят здесь в этой именно паре фаворитами. Им как бы полегче будет с выходом из группы. Вот. Но вот как раз Эквадор и Сенегал между собой будут решать, кто выйдет из группы. Вот кто победит, можно сказать, тот и выйдет. Если при ничейном результате, ничейный результат устраивает сборную Эквадора. Но вот мы видим, что уже в первом тайме сборная Сенегала забивает. Садио Мане, который не поехал в настоящее, так сказать, в реальном мире на чемпионат мира, но забивает у нас и выводит сборную Сенегала вперед после вот как раз первого тайма. Мы смотрим момент уже из тайма второго, опасные подходы сборной Сенегала, и вот опасный штрафной, подача от Мане, и Куете забивает, увеличивает преимущество сборной Сенегала, и у нас получается, что Сенегал обошел Эквадор, одержав победу 2-0, и выходит в раунд плей-офф. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.